and gentlemen, welcome. Essential Intelligence of Ibiza. SCG. Всем привет, мы приехали в город Ронда. Хз, как ехали, голуби ходят. Так, короче, где-то час от Марбеи по горному серпантину, который вывел нас вот в такой вот городок. А Ронда, а где Ронда? Да, нам только вот такого обожраться сейчас и не встать. Сейчас встанет так, что, блядь... Что это такое вообще? Что я такое? Груша убрала. Глазированная. Да, груша. Sabe que cariño? Это будет сарафарте 4 cosas de esta. Первая класса. Первая. Para nosotros la dulce, ya sabes. Не зли лошадь, может укусить. Ола. Это Палома. Ну, все круто. Сколько лет вы спали? Кто-нибудь движения. Смысла нет. Мы в центре, короче, самой высокогорной кориды в мире. Сейчас подперли, сейчас все посмотрим быстро. Потому что ходить самим это... Red Dead Redemption 2. Вот эта центральная площадь, куда мы с тобой выступим в разбор. Сейчас этот будет мост. Вот от чего мы сюда ехали. Чувачок, который нас подрезал. Bueno, pues trae la plaza de España. Sí, yo recuerdo. Este es el parador. Sí, sí, sí. Para ellos sí, importante. Muchas gracias. Le voy explicando, ¿no? Sí, 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 por favor. Claro, para ellos, por favor, porque es primera vez aquí. Gracias. Marina. На ПЭЦ, Стас, на ПЭЦ. Пуэнте Нуэво и Эльтар. И налево тоже. Вот там. Налево. Чего сюда заступили? Да не, это... Да ты чё? Сама лучше. А тут наш... Короче, куда ты едешь? Él сейчас он будет рассказывать. Палас Конгресса. Va a explicarte de todo, de Palacio Congreso, porque ese es la clave de la sitio como el drenaje. Я как? Ну как хочет, так и Короче, старый город. Знаковые места. Надо посетить. Раз уж вы тут, то вынужденная остановка. Но если бы... Ждем деньги. Отели потрясающие, маленькие. Потрясающие отели. Отель, привет. Я не гадю, прям реально время. Я тебя сегодня, конечно, буду бить мощно. Это la iglesia de la Virgen de la Paz. Так, это... Это la patrona de Roma, de la ciudad. Ага, супер.
La figura es Fray Diego de Cádiz, de la Orden de los Capuchinos. Y esa es la iglesia. Capucina. Capucina. Es del siglo XVII. XVII. XVII век. Вот то, что все тут построено, это 17 век. И вот эта статуя чувака, которого зовут Капучино. Его Капучино, правда, зовут? Нет, Капуцин, орден Капуцино. Ну, Капуцино. Ну, ну, какая ну, разница? Ну, это коллегия Лемонка. 17 век, смотри. Это как Коля сегодня, монаша. Монха. Да, монах. Монаш. Да, да, отшельник, отшельник. Который типа, пришел, такой дом отдохнул. Да, ну все, бизнес устроил. Так это и был бизнес, но смотрите, когда они сейчас живут. Сейчас тут будет такие, он будет останавливаться, я знаю его хорошо. Он будет останавливаться именно на тех местах, но лошадка хорошая, да, Палома? Да, у меня тоже. Что страшного? Потому что она ездит 2-3 раза в день. Что страшного? Ничего страшного. Вот, начинается вот эта вторая часть старого города. Ничего смысла не сходить. Мы бы ноги уже. Конечно. Потом сразу машину кинем в гости и поедем. Так будет. Салат без стрельни. Спасибо. Офигеть улица. Пиздец улица. Я в ахуе. Венеция. Отдыхает, блин. У нас гондолы только нет. Да. Станислав, у нас нет гондолы. Елки. Ничего не поменялось, все как и было, так и есть. Только людей нет. Угу. И слава богу. Понимаешь, да, в чем смысл? Людей нет. Ты Я держу твою мышь. Это Мэрия. Макс. У нас все Макс. У нас на данный момент Тима Макс. Это Мэрия, да. На данный момент все зовут Макс. А потом решил. Йода. Супер. Muy bien. Sí, muchas gracias. Стас. С детьми, что ли? Ну да. Это поехала, я говорю, ну поедем, он говорит, завтра деньги заберем и поедем. Он такой, да я говорю, вот этот чувак, который поедет. Педро Пирес. Поедет Педро. Там елка сейчас в Москву. Стали неимоверно, говорят. Вот тут на лошади. Пешком был. Этот проход пешком был. Мы выходили, срали, ели, пили, заседали. Блин, ну что красиво. Или консерватор же все тут есть. И консерватория прям тут рядом. О, нихера себе. Евро за билет, но заранее надо сразу. Смотри, какой ты красивый. Что ты делаешь? Что ты ржешь? Что ты ржешь так довольна? Он там какие-то маски надел. Понятно, да. Что ты издеваешься? Скотина. Вот скотина, ты понимаешь? Куда не деть скотина, есть скотина. Сейчас мы едем по красивой дорожке. Дорожка какой-то маленький город. Мы не знаем, куда бурнуть приехали. Какая-то
странная ситуация. Очень маленькие улочки, лошадка, ее зовут Полоне. Вот, вот мы как она мы едем, едем и себе. Катает. Да и катает нас, и катает, и катает. Вик, рот откройте, подержите рот открытым. Сиську забиять. Вот такая она, вот такая компания. Круг почета вокруг быка. Да, все, приехали. Вик, надо ему яйца потрогать. Я в Америке, что-то ничего не натерло. Нет, ну это тереть не надо, у нас вот так же. Си, потирайся, море. Муча грайся, сеньор. Смотри, надо ему дать, поскольку там 330. Ну да, я думаю, нам туда. Да, туда. Вот она, зай. Вот где вот эта линия. Я когда вылез из парковки, я первый еще сфоткал вот эту башню. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал CG.